С начала месяца в городе начал работать новый оператор по вывозу мусора – компания «Актобе-Тазакала». В настоящее время компания приступила к выполнению своих обязанностей. Более чем на 10 мусоровозах собранные отходы вывозятся из дворов, тем самым очищая областной центр. Новый оператор по вывозу мусора начал работу с 1 августа текущего года. В настоящее время городским акиматам компании передано 12 мусоровозов, и в скором времени ожидается увеличение автопарка предприятия. Ожидаем, что до 15 сентября получим всю технику, все 25 мусоровозов. После чего ситуация в городе сразу стабилизируется. В компании работают 35 водителей мусоровозов, кроме того, 68 грузчиков по 2 человека на одну машину. И водители, и грузчики работают 2 смены. Рабочий день начинается в 8 часов утра и длится порой до поздней ночи. Ведь оператор обслуживает 60% территории города. Из-за этого, признается руководитель компании, порой происходит небольшое опоздание с вывозом мусора. Сейчас не успеваем, так как территория города очень большая. Нам добавились также новые районы. Это Акжар, Пригородная, Украинка, та сторона. Мы также обслуживаем Ново-Сити, Нур-Сити и весь, практически весь город, 11, 12, 8 микрорайон, Батыс. У нас каждый день работы проводятся, как вы видите, вот техника новая, техника хорошая. В среднем одна машина вывозит по 7-8 тонн бытовых отходов в зависимости от тоннажа, и в день один мусоровоз совершает 4 рейса. Кроме того, компания совместно с акиматами районов города в настоящее время ведет работу по замене старых контейнеров на новые. Евроконтейнеры, они очень удобны для под новую технику, так как они, эта техника предусмотрена под них, называется евроконтейнеры. Но есть там небольшие нюансы. То, что они пластиковые, то, что они на колесиках. Мы сразу же создан, у нас закреплены два человека, два специалиста, которые проводят ремонты в боксах этих контейнеров. Мы сразу их меняем там же на месте. У нас закреплены два транспорта, производящие замену старых контейнеров железных на новые евроконтейнеры. После замены контейнеров, уверены в предприятии, процесс сбора мусора будет проходить быстрее, так как все будет автоматизировано. Владимир Федотов, Нурболат Куантайулы, Бахаджан Дегеев, телеканал Актобе.